Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире программа ⁇ Якутск ⁇ сегодня. И с вами я, ее ведущая, Ольга Голдубина и мои замечательные гости. Я с удовольствием представляю вам каждого, каждого из них. В первую очередь, конечно же, Кюн Витальевна Михайлова, педагог-организатор школы номер 21. Эти молодые мужчины, замечательные мужчины, вот самые смелые и активные у нас Ханазара Артур, 10 класс, школа 21, и рядом со мной более, скажем так, скромный Захаров Радамир, 10 А класс, школы номер 21. По какому поводу мы сегодня собрались? Дело в том, что в этом году у школы номер 21 состоялся юбилей. 75 лет в школе. Это потрясающее событие, в принципе, происходит, конечно, в каждом учебном заведении, на каждом предприятии, проходят свои юбилеи, свои праздники. Но вот самый ближайший был в 21-й школе. И, конечно же, очень хочется об этом рассказать, чтобы поделиться опытом, поделиться впечатлениями, эмоциями и не меня, не моими, хотя я присутствовала на этом празднике, а поделиться, чтобы поделились с вами непосредственные организаторы, участники, те, кто до сих пор это все обсуждает, кто с любовью это вспоминает, с радостью, и, наверное, где-то же с удовольствием будет ждать следующий юбилей. И поэтому я передаю слово педагогу Кюн Витальне Михайловой. Это педагог-организатор. Кюн Витальевна, расскажите нам, пожалуйста, вот вообще что-то о школе самой хотелось бы услышать, потому что не первый раз в нашей передаче э, находятся дети и педагоги этой школы. Mm. Об этой школе город знает немало, потому что школа такая яркая, событийная, очень-очень много интересных вещей в этой школе происходит. Очень много интересного рассказывают дети. И как вы готовились к этому юбилею? Как готовились педагоги, родители? Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее. Спасибо за вопрос. Как вы меня представили, меня зовут Михаил кюн я работаю педагогом-организатором. Я на самом деле, получается, устроилась на работу совсем недавно. Вот только два месяца прошло, и я как раз-таки попала в вот этот вот знаменательный дату, получается, да, и вот как раз-таки вот недавно, 20-го, у нас вот прошел наш юбилей, мы готовились, наверное, днями и ночами почти что, две недели. Да? Если рассказать про историю нашей школы, на самом деле это вообще интересная такая история, потому что еще давным-давно, в 1939 году, получается, на месте нашей школы был детский санаторий. То есть это был туберкулезный санаторий, где главным врачом была Татьяна Парфеньевна Дмитриева. И вот из-за того, что там дети лежали долгое время, да, то есть 7 и более лет, возникла такая необходимость, получается, открыть школу при санатории. Обучать этих детей? Да, так обучать, как они долго да, лечились, вот, да. Они сначала их обучали, дети учились лежа на специальных дощечках. И получается, вот Татьяна Парфеньевна она стала первым директором школы. И после этого уже в 1973 году как раз-таки на улице Богатырева открылась э, школа 21, да, прошла вот в январе 16-го вот, в 1973 году. То Прош... есть вот было построено вот это здание, которое да. мы до сих пор видим да. и которое вот буквально буквально да пережило, скажем так, такой конкретный капитальный ремонт. Да, вот. И после вот этого как раз-таки у нас школа сейчас существует, да, и до этого вот были очень много директоров, э, которые включили свой э, вклад да, большой. Внесли, и да. Внесли, вклад, да. да. Извините. Ничего, ничего. Вот. И э, что еще хочу рассказать, да? Ну, давайте э, поговорим о том, как вы к этому готовились. Я могу рассказать, наверное, да, вот. С удовольствием. Давайте. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Да, да, да. А, во-первых, президент нашей школы, Сивцев Александр, а, организовал а, совет, во-первых, что мы будем делать, кто будет участвовать. Кураторы поддержали, конечно же, это, а, направляли, Кюнин Витальевна, вот, Эльза Антона, Горилла Релевича, направили нас на всех на это, определились уже, кто кем будет, там, а, хореографы кто да, обучать Радамир, будет? Я извиняюсь. Давай уточним. Уважаемые телезрители и радиослушатели, в этой школе, вы помните, наверное, мы уже об этом говорили, приглашали этих детей: создан парламент. А, и Радомир сейчас говорит о работе президента этого парламента тоже школьника. Понимаете? Школьника Александра, нашего замечательного. Да, да забыл сказать, у нас был а, общий парламент, школьный парламент, там а, активисты школы, самые лучшие, Есть. самые mm -hmm. да, дисциплинированные, конечно же. А, вот. И там Александр является президентом школы. Фамилия? Сивцев Александр. Да. А, я сейчас являюсь в парламенте министром СМИ. А, работа кипит. Задач очень много. Вот. И насчет юбилея. Сивцев Александр всех назначил. Кураторы это все одобрили, вот и вот эти две недели мы готовились там кто-то танцы учил, кто-то героем был там э, видели в начале например этот там где кровати менялись на то есть был да, ученческий... такой танец да, да. как раз -таки кровати мы поставили именно те театрализованный танец где показывали вот истории про которые вот только что я рассказала да, 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 да как да, у нас да, все да, да, это да. было очень да. красиво да да представьте вот двум человекам двум хореографам сказали за две недели столько там 30-40 человек выучить четырем-трем танцам. Представляете, как это сложно? А там, если что, большинство не умели танцевать. Представляете, как ну сложно у вас это сильные было. сильные педагоги по хореографии да. в этой школе. Поэтому. Хочется сказать спасибо <связывая> и Шкуловой Юлиане, которая обучала, и Карине. Фамилию, кстати, не знаю. Михайлова. Михайлова, Вроде Карина, как. да. Но не точно. Не точно. Ага, <связывая> в диалог вступил <связывая> у нас Артур. Продолжайте. Вы. правильно ведем диалог, разговариваем. <связывая> То есть всего у нас было два хореографа, и оба они школьницы. За две недели они поставили такой прекрасный танец, что весь зал, по ощущениям, по всем ауфациям просто был рад, просто такие эмоции были. А вот, допустим, когда была театризованная, в начало, когда уже были больные, когда были кровати, то есть рассказывалось, описывалось... Э, история да, создания, история было. создания, когда был главный да. и заместитель, потом уже идет то есть время распада Советского Союза уже начало Новой России тогда уже тоже был танец флешмоб второй... флешмоб был да, прекрасно да. был то, то что есть прям заряжен прям там флаги были вот это прям очень было круто да то есть mm -hmm. сначала сначала дети были пионерами ну то есть красный флажок белая рубашка как и положил красный галстук Крас... я была пионером это было здорово были красные галстуки ты имеешь в виду что они вышли с флагом да. красным, да. Ну, то есть, на шее было. Были это галстук. Красный пионерский галстук. У -у -у -у. Ну, к сожалению, вы этих вещей не знаете, или к радости, я не знаю, как это сказать, но тем не менее, у каждого поколения своя история. Вот пионеры это наша история, моя. У -у -у. Ну и вот. А сначала были пионерами. Потом на заднем фоне на картине было э, показано, как опускается флаг СССР, поднимается новый флаг. России. России. То есть это так взбураживает, так вот прям насыщает, знаете. А, то есть во время музыки там играла очень такая, ну то есть серьезно такая жесткая музыка играла. Патриотическая. Патриотическая, uh -huh. да. То есть они сняли, фла э, сняли флажки, ну галстуки, как uh -huh. вы говорите. Галстуки, Она так кидали uh -huh. под ритм, вот так вот кидали ритм. Вверх-вниз, и вот да, ходили по всему залу, то есть по всей сцене да, ходили. Да, вот, это было это очень впечатли... впечатляло, да. Ну и вот сам флешмоб. А, они уже все вышли, они надели самое главное, знаете что? А, то есть, у нас было мастерки а, трех цветов: а, белый, синий и красный, то есть под флаг России. А, было три ряда: то есть, сперва как идет, у нас флаг, а, самым дальним а, белый, потом синий, потом уже красный идет. А, то есть они так построились и уже образовался флешмоб. То есть а, а, вон там где сценка, где перестал, uh -huh. а, поднимались флагами России, ну то есть флаг России. Они еще маршировали, там еще была музыка "Моя Россия". Ну, да, да, да. Они уже вышли, вот так стоят, идут, mm -hmm. а, маршируют уже. И вот так, крути, так веют им. То есть Пак развивались флаги. Развивались да. флаги, да. Ну, песня была очень кочева была, мне очень понравилась, на самом деле. Легко запомнить было слова, я думаю, э -э смотрящие оценили. Это песня оценили. Газманова, да? Да-да-да. В да, да. Да, да. исполнении Газманова. Вот, кстати, вот Эрдамир уже тоже... А, был, флагоносцем был. Да, ты флагоносцем был, ты развивал флаг. Mm -hmm. да. uh -huh. И там как раз под по ритм, вперёд, Россия, когда руку подняли, мы вот так сначала низом-низом, а потом резко вверх. Да. Вот это было очень круто тоже. Грандиозно. Да. Да, скажем так. Вот э, в связи со, с вашим рассказом у меня возникает вот такой, ну даже не вопрос, может быть, но тема для обсуждения. Вот смотрите, вот у нас у всех есть свой день рождения, у каждого человека есть свой день рождения. Каждый с детства его празднует, каждый его каждый год ждет этот день рождения, э, чтобы получить какие-то эмоции, подарки, услышать теплые слова в свой адрес, да? Понимать, что следующий год, вот, мне пожелали, он у меня такой и будет. А вот когда одновременно готовятся к этому празднику более полутора тысяч человек, у вас полторы тысячи учащихся, а за их спинами стоят их родители. Вы представляете, какой, да, эм, какое количество людей задействовано в подготовке, на самом деле, этого мероприятия? Да. То есть в каждой семье учащегося это все обсуждается. Такая паутина вот, получается. Да. Сеть. да, вот, грубо говоря, 4 тысячи человек вот этим дышат, живут какой-то определенный промежуток времени. Вот эту грандиозность, вот как вы ощущали во время подготовительных мероприятий к проведению? Вот как это на вас сказывалось, вот эта энергетика, что вы чувствовали? А, ответственность, во-первых. Во-первых, 75 лет в школе все-таки, и нам назначили вот это, это школьному парламенту Uh, вот поставить танец, поставить вот флешмоб, uh, историю придумать. Вот это все сложно было на самом деле. Uh, вот неделями, две недели готовились. На самом деле это очень маленький срок для такого конечно, мероприятия. Конечно. Ну мы хорошо что справились вообще, во-первых. Uh, Во-вторых вот каждый день готовились, готовились и вот когда две недели оставалось, uh -huh. ну вот ну последние два дня уже уже как-то уже Вот как зубы чистишь с утра? Вот это, Уже, то, до до самое привычки, да? Уже привычки, <laughs> да? Уже О, 7 часов, на репетицию, let's go. Uh -huh. И все Скажите, а с малышами вы как-то взаимодействовали? Uh -huh. Младшие вот классы как-то вот... А, Они у нас был... Тоже когда школьный парламент представляли, там был педагогический отряд, и вон там а, задействованы были маленькие дети, и вот с ними приходилось работать. но они недициплинированы конечно ну, было ну, не но понимающие да. да, хочется отметить то что у нас участвовали и старшеклассники и начальные классы и наши родители и учителя и все они были очень задействованы в этом. вот у нас есть еще орляты россии это тоже дети начальных классов они его вот тоже участвовали они, на самом деле если заметить они были очень вообще организованные. Даже не знаю, я не сказала, что они такие. Когда пели, когда пели, да, очень хорошо было. Да, и хор, кстати, да, и начальные хоры были у нас, и хоры шестых классов, да, и наших старшеклассников тоже. Также у нас в школе появился в этом году собственный гимн, да, вот, и мы очень рады этому событию. Ну, гимн это, да, это редкость большая. Иметь свой гимн не у каждого есть такая возможность, да, у вас есть... Это очень, очень приятно. Mm -hmm. Я надеюсь, что гимн в вот этот вот будет все время исполняться, будет звучать. Да, и, и финально, будет вас вот Как радовать. раз таки э, в нашем э, юбилее также вот был этот mm -hmm. наш хор, где тоже вышли все дети и э, наши э, получается, участники все. Да, 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 да. -да, -да. И гимн еще хочу сказать то, что за короткий срок был сделан. Это тоже очень хорошо, я считаю. И самое главное, гимн был очень жизнерадостный. Прям да. живой, веселый был. Когда дети пели его, а тогда уже весь зал состав, то есть уже встали, как патриотически, ну, приложили руку к груди, слушали уже исполнение гимна. Вот на самом деле гимн в школе свой, свой собственный гимн, это вообще редкость. То есть такого, но ну, считаю, почти ни у кого нету. То есть ни у других школ. Нету своего собственного. Собственного гимна. Да. Не подделанного под да. чью-то другую, а именно собственного, которое сочинили сами, с душою. Так что да. Я очень рада, что у вас есть гимн. Это вообще потрясающее событие, на мой взгляд. И теперь вы уже гимном будете и открывать мероприятия, и закрывать да, мероприятия. Обязательно. Да, и малыши будут привыкать к тому, что у вас есть этот гимн, будут вникать в эти слова, в эту музыку. И с все этим выучит. жить. Да, с этим жить. И самое главное, что когда есть единое что-то в школе, да в любом предприятии, есть одно общее, что кому-то, вот все, вернее, все воспринимают, на самом деле это очень сплачивает. Да. А, ну, судя по тому, как вот, какие я читала отклики о вашей школе, о проведении мероприятий, о подготовках и в контактах, в Телеграм было написано очень много, в Инстаграм я читала а, а, очень много позитивных откликов и именно анализа того, что происходит, вот как это было, как это было ярко, красочно, а, очень много было. Как это, как это правильно выразиться, ну, скажем так, информационно заточено на эмоции, которые люди переживали в процессе мероприятия. Вот этого и вот после. Как уходили, как одевались, как малыши одевались. Mm -hmm. Вот видели? Раз, кто расскажет, как одевались у вас малыши после мероприятия? А, после? Я не видел, к сожалению. А, тоже, да, не видел Да, сам. мы были в процессе, поэтому после этого да, мы сразу начали все да. убираться, поэтому мы это не застали, к сожалению. Мне родительница да. одна рассказала. Mm -hmm. Я, когда готовилась к этой передаче, задавала вопросы, там, кого я узнала, я там обращалась. И мне одна родительница рассказала: обычно маленькие дети, вот первые вторые классы, там 2-3 часа, и они уже вялые, такие, они идут, там одеваются, мамы там с папой вокруг бегают. А тут они их собрать не могли, чтобы одеть. Хотя получается, что дети провели там где-то около пяти часов. Настолько им понравилось мероприятие, да, они же пришли на репетицию, насколько мне... Вот как мне рассказали, да, что они пришли на репетицию, и они остались целиком на мероприятии. Мероприятие длилось два с половиной часа. Вроде когда. Ну, в среднем, ну, хорошо, пять, ну, четыре часа, да, дети провели. По большому счету они должны были устать. Да. Но все равно. Мамочки, говорит, их собрать не могли, настолько дети были в восторге от того, что происходило на сцене, и какие эмоции вот они испытывали в процессе всего этого, они успокоиться не могли. Да. Mm -hmm. Настолько они были радостны, им понравилось. Ну, не хочу быть занудой, но мне кажется, как раз отсюда... И вытекает любовь к школе, когда ты маленький бегаешь по школе и ты не хочешь из нее уходить, и не хочешь да. вот эти мероприятия, все, что происходит в школе, тебя радуют, и ты хочешь в этом принимать участие. Это и будет патриотизм и любовь к школе в дальнейшем в более осознанном возрасте, скажем так, да, вплоть до окончания самой школы. И мы же все, когда заканчиваем школу, мы ура, школу закончила. А через год начинается тоска. Да. да. Новая жизнь сложная, да? новый лист. А вы уже вот понимаете, вот что вы закончите вот школу. Буквально через год mm. вы заканчиваете школу. Yeah. И на следующий юбилей школы вы придете в качестве гостей. Вот это, oh. конечно, очень сложно в это поверить. Вот, вот еще не знаю, вот как свыкнуться, что, что школы уже не будет. Вот знаете, вот листочек открыл, и вот там все твои записи там 2 плюс 2, равно 4, да, вот все остальные записи. И вот открываешь новый листок, а там все, что до этого было, этого нету. Uh -huh. приходится все новое начинать новое и вот вспоминаешь открываешь первый листок и смотришь и теплые вот, воспоминания вот это, на него на, наплывает ностальгия да а еще вот скажите вот в... Вы в парламенте до конца 11 класса или до конца 10 класса? А тут смотря как. Смотрите, например, я в 10-м классе, класс 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 да? И Некоторые в начале 11 класса покидают парламент, так как э, экзамен подготовка, начинается, подготовка, да, да и мог, это могут мешать. Но некоторым э, 11-классникам могут до Нового года даже учиться. То есть разрешают работать да, да, в да, парламенте, да. а потом уже идет да, да, да. к экзаменам. То, что ты хотел сказать? Нет, я просто Соглашаешься, Соглашаюсь, да. да. Ага. Вот э, вопрос отсюда уже скучно становится жалко что это произойдет или нет вот чувствуется это наперед или как ну вот сейчас именно в данный момент хочется насладиться тем что сейчас имеешь прям да. сполна, чтобы потом э, не жалеть типа там что-то не сделал что-то то не сделал а чтобы вот в школе был все хорошо учился, все нравится мне там чтобы вспоминать с теплостью именно именно вот по общественным нагрузкам Да. это же вот на самом деле это общественная нагрузка вы общественники вы уже готовые общественники для города для республики для страны да вы уже готовые вот лидеры раз вы общественники и э, есть желание также грандиозно и вот прямо ярко много 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 работать и дальше ну а, школьный парламент он а, например когда вступил в него ты наверное, никого не знаешь Приходится общаться, общаться, потом дают работу, потом. Вот легкие работы какие-то, да, бывают. И в будущем это пригодится очень на самом деле. Там, например, работу дал, не устаешь, а как бы: Ну, вот, например, когда общаетесь, например, работаете официантом, там а, общение очень очень важно. Угу. И вот парламент помогает раскрепостить и дать какой-то опыт. Вот в этом главная эта фишка нашего парламента. То есть, когда я тоже вступил в парламент, это было в прошлом году. Я тогда mm -hmm. был... А тогда время я был новым председателем Страстата. Я могу рассказать, что такое Старостат, но краткими словами это... После... Мы сейчас уходим на рекламу. А, дорогие друзья, оставайтесь с нами после рекламы. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Якутск. Сегодня». Хочу напомнить вам, что у нас есть номера телефонов, по которым вы можете к нам позвонить. 32 00 66... И 32, 11, 66 Сегодня мы говорим о юбилее 21 школы. Почему мы говорим о юбилее школы именно вот такая тема? Наверное, потому что нам всем не все равно, какие вырастут у нас дети, что мы им дадим, какое участие мы, как родители, принимаем их в их жизни, какие праздники мы можем для них делать, что делают для них наши учителя, которым мы их доверяем. Большую часть своего времени с 7 лет и до 18, грубо говоря, наши дети находятся в школе. И школа ⁇ это основная их жизнь, становление их как личностей, как лидеров. Поэтому мы сегодня говорим, как мы должны их поздравлять, какое добро мы должны для них делать, как мы должны для них их воспитывать, что мы должны им показать, в, ну, наверное, не внушить, а... Научить любить, быть добрыми, щедрыми, научить проводить праздники. Праздник это всегда важно в нашей жизни. И праздновать надо уметь красиво, ярко, достойно. В первой части нашей передачи Артур немножечко не успел нам договорить. Поэтому сейчас мы его дослушаем. Обязательно. И перейдем уже к диалогу о... В ваших учителях замечательных я надеюсь ты тоже нам что-нибудь о них скажешь естественно да а, так я, я говорил о том то что в прошлом году я стал председателем старостата что такое вообще старостат а, в школе у нас старостат это общий сбор всех старост и их заместителей с 5 по 11 классы то есть с помощью них мы координируем а, отправляем всякую важную информацию о предстоящих мероприятиях в нашей школе. Допустим, допустим, какая будет дискотека, какой-то концерт будет, какой-то конкурс будет талантливый. То есть мы отправляем это в группу старостам, а они отправляют в свою очередь своим же детям. То есть вот так вот распространяются новости. Ну правильно, в это называется информации. управление, да. Mm -hmm. да. Также мы работаем с классными руководителями, также поддерживаем им связи, зарабатываем. Так как же. красиво звучит от э, учащего услышать, мы работаем с классными руководителями. <свят> Прекрасная фраза. Да. То есть все-таки тандем, общение, оно идет где-то даже уже и на равных. Да. Ну, коллеги, можно сказать. <свят> как рабочие. <свят> да. А вот да, вам, да. вот как детям, вам это интересно или вам это в тягость? Вообще вот как? Вообще в целом ну, интересно же, конечно. Конечно, интересно, да. То есть, предположим, учителю 60 лет. Но да? все равно да. Вы но... видите, что человек гораздо старше вас. Да. Но вы ведете с ним диалог на равных для достижения определенной общей положительной цели. Да, такие есть. То есть, несмотря на возраст, несмотря на какой характер у преподавателя, все равно можно найти общий язык и с ним дальше работать для ради общей благой цели. Господи, как приятно это слышать, я прямо бальзам на душу. Хорошо, Артур, а ты нам не скажешь, вот, с кем вот при подготовке вот этого юбилея, с кем вот ближе ты с учителями, предметниками, давай так. Вот прямо хорошо общался, плотно, по подготовке к юбилею. Были такие моменты? В целом, да. Кто? То есть были, так, Августа Витальевна. Преподаватель биологии. Преподаватель биологии. Она у нас работает очень давно. Вроде как с 80-х даже, 90-х. Ну, я точно не знаю, но ну, тот факт, что она работает... С 83 я по-моему, она работает. Да, даже так. Ну, то есть она очень давно работает. А также, если я сейчас... Если память мне сейчас не изменяется... Вот хороший вопрос, типа... То есть я уже с того момента уже забыл, то есть с кем я работал, потому что уже тогда не был ну, напряг. Нет, ну такой большой объем работы проделал. конечно. конечно. Мозг уже забыл я думаю, сам. что большинство, наверное, учителей, которые вот у, у тебя в десятом классе, в десятом в, да, да, преподают, скорее всего, были связаны с тобой вот, по, по теме подготовки к юбилейным мероприятиям. Да. Все равно же где-то ты вынужден был отпроситься с урока, да? Не, нас освобождали. Писали приказ. Освобождение определенных людей, целый перечень с первой смены и со второй. То есть, знаете, первая смена, она освобождалась от последних двух уроков, а вторая смена вообще не училась. То, же, ага. то есть, то же так. Вот я бы в детстве, на этому порадовалась, да? Ну вот планомерно к юной Витальне мы возвращаемся. Вот Артур начал эту тему, а вы нам, пожалуйста, ее раскройте более. Слушай, наверное, у нас Ханазаров Артур уже самый тесно контактировал, конечно, с нашей Лидией Николаевной, нашим с директором, директором да, да. у нас Артур был да? статистом, он а, выносил а, Ах, для точно. награждений а, дипломы и, а, получается, а, подарки и да. награды, да? Вот и хочется сказать большое спасибо а, нашей Лидии Николаевне и а, организаторам. То есть это у нас Гаврил Валерьевич, Эльза Антоновна. Мы все в тандеме работали, все вместе ставили вот эти вот номера, все танцы да вместе с ребятами. Ребята были очень а, хорошие, они очень так ответственно. А, взялись за эту работу, да. И, к сожалению, сегодня вот Гавриил Валерьевич и Ельза отсутствуют из-за того, что вот как раз-таки Гаврил Валерьевич сегодня он с ребятами поехал в Китай. Мне это нравится. Почему, да. sentir... <artítamarat> <полосит> Но... почему к сожалению? Хотелось бы, чтобы он тоже здесь присутствовал и рассказал свои эмоции, да. Вот, и они как раз-таки поехали с ребятами, как раз-таки с нашими парламентскими активистами для профориентации с Передача детьми. опыта. Да, вот в мы Китай. хотим, чтобы... Молодцы. Вот, чтобы а, дети из Китая а, могли а, приезжать к нам и обмениваться опытом. А также наши могли вот тоже обмениваться опытом с детьми а, вот в отрицающий. Китае. Да. Ну, Кюнаева Витальевна, ага. мы вот еще упустили сейчас, что парламент да. создан Благодаря предыдущему директору 21-й школы, да, как раз Ервалаеву да. Сергею, Сергею Артемовичу, да. Да. вот он с 21-го года перешел на другую работу, и у нас вот сейчас Лидия Николаевна, да, да ну, вот именно. занимается этим всем, а парламент создавался при нем, как раз таки, и да. вот Лидии Николаевне какая помощь, да, от того, что есть парламент, есть уже такая конкретная, ну, скажем так, команда, мощная команда подрастающего поколения детей, которые активно всем этим занимаются. Но! Также хочется заметить наших всех учителей. Не только дети у нас участвовали на концерте, да? У нас также э, работали наши учителя, они танцевали, также ставили вот Боже мой, номера. уважаемые телезрители, вот, на, вот прервала, да? Но не могу не сказать и не поделиться впечатлениями от вальса. В 21-й школе был поставлен вальс, где э, танцевало несколько поколений: поколение учащихся начальной школы, э, старшее звено, молодые учителя и два директора: Ермолаев Сергей Артемович и Шарапова Людмила, э, Лидия Николаевна. Боже мой, как это было красиво! Как это было чувственно, энергетически вот, богато! зал замер. Вот просто замер. Потрясающе. Вот сейчас вы видите фотографию. Это, это просто... Это грандиозно. И что самое главное, настолько дети это приняли близко, столько впечатлений. Вот я просто часто вижу с этими ребятишками, ну просто у меня трое детей в этой школе выросли. И я знаю очень многих детей, мы до сих пор встречаемся, разговариваем, обсуждаем. В восторгу не было предела. Это потрясающе. Я понимаю, что э, я привыкла здесь находиться и говорить и, э, спокойно, не, волную, не, не волнуюсь, поэтому больше могу где-то сказать, чем мои гости, потому что они волнуются, переживают. И во время перерыва мы обсуждали, нам приходилось, ну не волнуйтесь, все будет хорошо. У нас отличные телезрители, радиослушатели, которые с любовью и с радостью примут ваши впечатления, то, чем вы поделитесь и о чем вы еще дальше можете нам рассказать. Меня интересует еще такой вопрос. Вот учителя, которые начальная школа, классные руководители школы, учителя, вот еще раз повторюсь, предметники. Вот все же готовились к этому яркому событию. Они какие, они все красивые, пришли на мероприятие. Мероприятие проводилось в ДК имени Кулаковского. Спасибо большое руководству, которое вот постоянно позволяет проводить такие мероприятия. Это прекрасный зал. Спасибо большое, да, Антони Николаевне Корякиной за то, что она всегда позволяет, помогает, поддерживает. А что что хотел сказать? В общем, я забавную ситуацию. Когда был перерыв, общий перед началом концерта, а все уже разбежались, то есть куда-то поесть, куда-то отдохнуть, куда-то домой по делам. Я выхожу на улицу и встречаю директора. Антонина. А ты как? Да, Анну Корякину. Я, Антонина я, Николаевна. А, а, да, Антонина Николаевна, я ее встретил. Она спросила меня сразу, а что у вас было? То есть она, походу, знала, что у нас там творится, он ну, там, в общем, в главном зале. А я сказал, что у нас репетиция к юбилею э, 21-й школы. Анка, а, ну хорошо, тогда молодцы, готовьтесь. Э, то есть подготавливайтесь, организуйте все это. То есть я просто вышел, хотел пойти по делам. И резко она появляется на горизонте. Антонида Николаевна очень такой потрясающий добрый человек очень. Ну само собой, раз она руководит такими мероприятиями, понимаете уровень, да, человека. Да. И когда мероприятие началось, она пришла mm -hmm. и поздоровалась со всеми гостями этого мероприятия. Это колоссально, это очень красиво она была очень красиво нарядно одета в национальном нашем стиле очень достойно вот такой ее, да. человек достойно руководить нашим вот Домом культуры именно Кулаковского. Приятно всегда там находиться, правда? Да, она такая, всегда, знаете, чиста, такая, чиста, такая да, да, такое место да, теперь стало. Да, 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 да. И я думаю, что 21-я школа, вот этот вот союз между ДК Кулаковского и 21-й школой, и он как бы создан надолго. Скорее всего, все ваши масштабные мероприятия, Лидия Николаевна и антонида Николаевна будут договариваться да. вот, и проводить в таком красивом месте, как ДК Кулаковская. Уже родное место. Уже родное место. Да. Там прекрасный музей. И я заметила, мне тоже было очень приятно, что дети бегали, смотрели, читали про Кулаковского вот прямо у доски ты стояли, читали историю. Вот это, ну. Это важные моменты, понимания того, что происходит вокруг нас, для чего мы живем, да, где мы живем и как мы живем. Ну, это было отступление лирическое. Про учителей. Я очень люблю эту школу, правда. Очень много лет с этой школой рядом. И она всегда на слуху: почему-то или мне так попадается, я не понимаю. Хотя в нашем Губинском округе много школ, на самом деле. Ага, у нас звоночек. Давайте послушаем вопрос. Надевайте наушники, Опа. чтобы более точно услышать вопрос. Каждый, чтобы его понял. Ага. Здравствуйте, слушаем вас. Поздравляю представителей 21-й школы с юбилеем. Только я с опозданием поспешила. Сколько лет-то 75 лет школе исполнилось. А, это, это школа, по-моему, с математическим уклоном, да? Вот mm -hmm. уже, кстати, да, хороший вопрос. Mm -hmm. Нет, это обычная школа. Классы, конечно, старшие классы там имеют определенные направления, но, в принципе, это просто общая образовательная школа. Ага. Ну, тогда вот, вот такой вопрос. А в вашей школе якутский язык изучают, нет? Конечно. Да, да. да. да у нас есть специализированные якутские классы. Они отмечаются буквой Г, то есть там якутские учителя там преподают вместо русского якутский язык и якутскую литературу. Очень, очень хорошо. И, значит дети умеют общаться, да, на якутском языке. Обязательно, да, конечно. Так я вот я учитель якутского языка, и поэтому я волнуюсь мне наш мой язык. Вот, моему мнению, да, я опытный вот преподаватель. Каждый человек должен знать свой родной язык. Это обязательно. Я это с вами категорически согласна. Говорит... Культура своего народа а -а -а, должна да. всегда сохраняться. И Вы абсолютно правы. Абсолютно правы, это очень правильно. И 21-я школа за этим очень сильно следит мероприятия по национальной культуре проводятся постоянно, тоже как родительница этой школы, говорю, да. Вот, и это очень ярко, очень красочно, красиво и достойно, скажем так, и даже эсэх проводится в школе, поэтому эта школа очень хорошо работает относительно сохранения национальной культуры и работы именно с подрастающим поколением. Спасибо за вопрос. Спасибо, всего доброго. Так, ну что, у нас осталось с вами совсем немножко времени на самом деле, буквально три минутки. Радамир, ну. вот скажи, пожалуйста, чего бы ты хотел пожелать э, не только учащимся школы, не только родителям, тех, кто учится в этой школе, и педагогам, а вообще жителям города, вот республики, вот, соответственно, этому вопросу вообще, вот... Э, чего бы ты хотел, чтобы еще происходило и в школе, и в городе, и в республике в целом? Ну, вообще, э, в школе очень много мероприятий, и мне бы хотелось, чтобы э, в городе было столько же много мероприятий, как э, люди работают, и поэтому хотелось бы как-то э, перерывы между работами делать, как-то себя хвалить, поощрять какими-то праздниками, там, мероприятиями, чтобы было весело чтобы не рутинная работа была а вот чтобы чем-то развлекать себя то есть жизнь не должна быть однотипной да, да. монотонной такой Нужно быть разнообразие да я с тобой согласна потому что все эти мероприятия на самом деле настолько сплачивают Витальевна, а вы я бы пожелала всем всего хорошего главного здоровья да и чтобы все были на позитиве и дарили людям только счастье. Артур? Я хочу сказать то, что в целом а, в следующие годы, в следующие, будущее нашей страны должна поддерживаться работа с подрастающим поколением. Потому что это поколение сделает наше будущее. То есть мы с Адамиром являемся как раз таки будущим нашей страны. И хочу, чтобы в дальнейшем наша страна, наши люди, наши граждане, они также, помимо обычных взрослых, серьезных мероприятий, также работали с детскими. Потому что если всегда работать с детскими, их как-то можно замотивировать, их можно сплотить. То есть от этого у детей в восточном поколении появится желание дальше работать, дальше сплочаться, дальше быть в дружелюбной остановке. А я, в свою очередь, хочу пожелать вам, мужчины, Обязательно быть на следующем юбилее школы. Это будет всего через пять лет. Они пролетят, мы их не заметим. Сама хочу побывать на этом юбилее. и Витальевна, увидеть вас на том юбилее. И я э, хочу пожелать 21-й школе процветания, хорошего настроения, чтобы дети любили своих педагогов, своих родителей. Пусть все будут добрыми, счастливыми, здоровыми. Друзья мои, будьте счастливы, здоровы, благополучны. Живите в мире добре и любви. Берегите себя и свои семьи. Всего вам доброго, дорогие друзья. Давайте пожелаем всего самого доброго.